Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую шоколадку Альпенгольд. Купила ее со скидкой за 35 рублей в ленте. Вот, чернично-йогуртовая с начинкой. Такую я еще не пробовала, я купила еще вот такую, на нее будет отдельный обзор попозже. Вот ее я пробовала, она очень вкусная. Вот, а сейчас хочу попробовать вот эту вместе с вами. Вот так вот она выглядит. Состав. Ага, вот состав у нас сфокусировался. Так, через экран вижу 2 Е-добавки, но это, в принципе, нормально. Одна, две, ну, как бы сойдет. Вот здесь 90 грамм. Их увидела я уже только дома. Я думала, все по 100 грамм. Но нет, видите, уже 90. Так, давайте ее будем открывать. Открывается она вот здесь вот. Ее можно как открыть, так и закрыть потом. Открываем. Как помните, есть та реклама, где... Не помню, какой там шоколад конкретно рекламировали, когда там в обертке берет человек и прям так вот откусывает половинку. Здесь, кстати, получается так. Всегда я маленькая, помню, была, я всегда шоколадку так вот переворачиваю. Я все время думала, зачем они ее как ногами кладут. Вот, она очень... Уже я ее открыла, и она уже пахнет очень ароматно. Йогуртом пахнет. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Да, действительно, есть йогурт, прослоечка. Она у меня не была в холодильнике, и она тает у меня. Я люблю, потому что шоколад подтаявший. Его можно положить в холодильник, и он будет более жесткий. Нежный такой. Прям такой йогурт чувствуется. Больше йогурт, чем черника. Такой, как молочный. Молочный такой, сладенький. Не сильно приторный. Чуть-чуть много сладкого, но не так. Мягенькая. Очень вкусная, ароматная. Понравилось. Буду еще покупать. Вот она вот так выглядит. Альпенгольд тут написано. Тут улыбка. С этой стороны солнышко нарисовано. Такая прям, знаете, такая приятная. Я очень люблю мягкий шоколад, такой же подтаявший. Когда не надо там грызть, а именно прям кушаешь так ароматно. Напишите в комментариях, какой шоколад едите вы, с каким вкусом, именно если Альпенгольд. Вот, или какой-то вы хотите, может быть, увидеть, попробовать его. Тоже напишите в комментарии, обязательно купим. С вами вместе попробуем, откроем его, посмотрим, как он выглядит внутри. Вот. Также ставьте пальцы вверх, подписывайтесь обязательно, потому что будет очень много интересного еще у нас впереди. Вот, ну и все, с вами был канал Артмания, и всем пока-пока!